Итак, я пришла в мастерскую. Сейчас вам покажу несколько рабочих моментов. Здесь бусинки, сделанные на заказ. Вот здесь бусинки, которые я сделала вчера, тоже на заказ, они остывали. Вот здесь еще одна. И сейчас я их буду снимать. Итак, я сняла бусинки. Они получились очень красивые, блестящие, с орнаментом. В общем, результатом я довольна. Теперь их нужно будет обжечь в печке. На ночь сделаю обжиг, потом чистку, и потом они уже будут готовы полностью. Сейчас мне нужно подготовить новую партию мандрелей, поэтому я их обмакиваю в сепаратор. И оставляю высохнуть. Это специальные спицы, на которые будут потом накручиваться бусинки. Вот практически все готово к работе. Начинаем творить красоту.